Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Edge 20 Lite перейти в режим Fast Boot Mode. Для этого в первую очередь выключаем наше устройство и затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вниз одновременно несколько секунд. Попадаем в такую вот менюшку. В данном меню, используя кнопки громкости, чтобы перемещаться, и кнопку включения, чтобы сделать выбор, выбираем опцию Recovery Mode. Затем, когда на экране появляется такой робот-андроид и под ним сообщение No Command, зажимаем кнопку включения и нажимаем кнопку громкости вверх один раз. Оказываемся в следующем меню. В данном меню также перемещаемся, используя кнопки громкости, выбираем при помощи кнопки включения и выбираем опцию Enter Fast Boot. И после этого оказываемся в режиме Fast Boot Mode. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.